завершился совсем недавно наш очный курс. Девочки закончили погружение в эту тему. Они очень многому научились. Они научились кроить, они научились строить базовую выкройку на любую фигуру. Они освоили огромное количество базовых понятий по моделированию, да, примеры моделирования мы прошли. То есть самый главный итог, у них пропал какой-то страх. Они теперь за плечами развернулись какие-то крылья, появилась свобода. Свобода и понимание того, что ты, собственно говоря, больше не будешь привязан никаким выкройкам чужим. Не надо будет ничего переделывать, перекраивать. Все примерочки у нас проходят так, как они должны проходить. То есть мы на примерках практически ничего не переделываем. Так же, как, собственно говоря, и вы уже могли в этом убедиться и на нашем коротком курсе, и на основном курсе. Маломальские какие-то идут пометочки, и то больше связанные со свойствами ткани, с выбором прибавочек с учетом этих свойств ткани. Но это все, как говорится, технические рабочие моменты, это нормально. Но глобальных каких-то изменений, какого-то перекроя у нас нет. И вот это самый главный итог вот этого очного курса. По их просьбам я опять собираю, никому не хочется расходиться, потому что только-только вошли во вкус, и вот все у нас завершилось. Поэтому в январе я соберу одну такую двухчасовую одно недельное будет занятие, выходные, группы по моделированию, как продолжение вот этого курса, потому что работы по моделированию всей охватить, конечно же, невозможно, и поэтому мы будем заниматься дополнительно. Кто захочет вступить в эту группу по моделированию, она будет для очников. Поэтому, пожалуйста, кто меня слышит, очники, пожалуйста, звоните и будьте на связи, и узнавайте, когда, в какой день, это будет либо суббота, либо воскресенье, одно двухчасовое занятие в неделю. Мы будем с вами двигаться дальше. У нас огромная тема и воротники, и всевозможные приемы моделирования, разные фасоны, которых великое множество, и мы будем развиваться, так сказать, с вами дальше.